Когда шоколад больше, чем просто десерт? Кондитер из Северной Осетии Марина Тавасиева разработала социальный проект «Шоколатье». Принять участие в нем может не каждый. Проект разработан для детей из неблагополучных семей. 25 человек на протяжении 4 месяцев обучат профессии шоколатье. Попробовать себя мастером изготовления шоколадных конфет смогла и моя коллега Алана Тумаева. Не просто делая шоколадные изделия, но работать в команде и учиться ответственности и усидчивости. Марина Тавасиева рассказывает, суть ее проекта в социализации подростков. Первый мастер-класс для детей социально неблагополучных семей уже провела. В гости пригласили ведущего и организатора мероприятий Хэтага Багаева. Он рассказал ребятам о своей работе, мотивации и саморазвитии и отметил, проект крайне полезен. Это очень крутая идея, во-первых, для подрастающей молодежи, потому что в наше время... В их возрасте такого не было. Сейчас есть возможность чему-то научить, что-то показать, рассказать, объяснить, чтобы сами это попробовали на практике. Это очень крутой проект, который, я думаю, будет иметь популярность и будут приходить разные известные люди, которые могут чему-то научить младшее поколение. Все участники проекта, а их 25, разделены на 5 команд. Мастер-класс провели для первой из них. Ребята проявили интерес к ремеслу. Несмотря на юный возраст, они уже четко понимают для себя его значимость. Ну, это правда было интересно, захватывающе. И мне кажется, для таких людей, как я, которые еще не совсем определились с тем, чем они будут заниматься в будущем, это хорошая возможность определиться. Молодежь может развивать себя, то есть после школы они могут спокойно прийти на работу, которую скоро устроит Марина, и просто зарабатывать деньги и делать то, что им нравится. А кто-то из ребят, благодаря этому мастер-классу, кажется, определился в своем будущем. Да, мне сегодняшний мастер-класс очень понравился. Он полезен для меня тем, что я буду вообще поступать в торговый техникум. И я пока еще особо не определилась, на кого, но по сегодняшнему мастер-классу я, скорее всего, пойду на кондитера. Марина Тавасиева представила свой проект на форуме «Машук» и выиграла грант. Теперь активно реализует идею в жизнь. В рамках проекта уже прошло порядка 10 мастер-классов в учреждениях соцобслуживания. Сейчас девушка планирует сделать акцент на молодежи из неблагополучных семей. Проект рассчитан на 4 месяца. В его рамках пройдет ряд мероприятий, а ребята не просто будут учиться, но и впоследствии учить. Марина делится. Очень хочет, чтобы таких проектов стало больше. Помимо того, что я хочу, чтобы девочки прекрасно провели время, познакомились, пообщались, открыли в себе, может, какие-то скрытые таланты, скрытые возможности, я хочу, чтобы люди узнали о нас, что у нас есть такой социальный проект. Я хочу, чтобы таких, как я, было больше. В том плане, что людей неравнодушных, которым вполне возможно умеют тоже чем-то заниматься, преуспели в этом и могут поделиться своим опытом. Я поделилась и буду делиться дальше. Если есть такие люди, я хочу, чтобы и они этим занимались, и чтобы люди узнали о нас, что мы существуем и нам хорошо вместе. И на достигнутом останавливаться не собирается. В свой проект девушка планирует привлечь как можно больше людей, да и сама стремится к развитию. Уже совсем скоро Марина полетит в Москву на обучение к одному из лучших шоколатье страны и по возвращению обязательно поделится новыми знаниями со своими учениками. Алана Тумаева, Александр Левченко, Новости Осетии.